По официальным данным Министерства здравоохранения Беларуси, на 26 января с начала пандемии зарегистрировано 239 482 человека с положительным тестом на COVID-19. За сутки прирост составил 847 пациентов. Это в два раза меньше, чем в минувшее воскресенье. При этом всего с начала пандемии в стране выздоровели уже более 224 тысяч пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1668 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. За последние сутки выполнено более 8 тысяч тестов. Несмотря на снижение заразившихся коронавирусной инфекцией, медики по-прежнему рекомендуют воздержаться от посещения мест большого скопления людей. Особенно в предстоящие праздники. Напомним, каждый год в первое воскресенье февраля отмечается вечер встречи выпускников. Кроме того, в Гродненской области действует запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях. С учетом эпидемиологической ситуации, в целях предупреждения распространения инфекции COVID-19, специалисты санитарно-эпидемиологической службы категорически рекомендуют отказаться от проведения вечеров встреч выпускников в школах в этом году. За прошедшую календарную неделю по сравнению с предыдущей неделей отмечается прирост случаев ОРИ на 28% за счет детского населения. Более того, напомним, что в стране действует масочный режим. К слову, как отмечают эпидемиологи, в Гродно основное количество людей его соблюдают. А на прошлой неделе в Беларуси началась вакцинация от коронавирусной инфекции. Для прививки используется российский препарат «Спутник Ви». В первую очередь вакцинация проводится среди медицинских работников. Следом будут прививаться работники образования, а также те, кто по роду деятельности общается с большим количеством людей. Записаться на прививку также может каждый желающий в поликлинике по месту прописки.